Юр, поздравляю с победой. Хочу попросить поделиться впечатлениями своими от матча. Ну, впечатление, главная победа, это уже самый главный позитивный момент. Игра была тяжелая, если видели, борьбы очень много. У нас тактика такая была вот на сегодня, что видели, отдали инициативу команде соперника. Из-за того, чтобы выбегать потом при отборе, выбегать быстро атаки. В принципе, мы эту задачу выполнили. Да, не идеальная игра, но главная победа. И со следующими играми, я думаю, уверенность у нас будет больше и больше. Наладится игра. Главное, чтобы у нас результат был положительный. Как тебе работается под руководством нового главного тренера? Хорошо работается. Лично ты как относишься к тому, какой футбол сегодня проповедует Файка? Ну, наверное, может быть, более агрессивный стал, на мой взгляд. Когда первый гол забивал, заранее как бы был готов к удару в касание или так получилось спонтанно? Нет, по ситуации как бы. Ну, оттуда два касания никто бы не дал сделать, поэтому Лёшка сбросил как бы очень хорошо. Незамедлительно пробил, и повезло, что из-под, ну, мяч проскочил, и вратарь, видимо, наверное, не видел этот мяч, потому что из-под защитников и залетел.